Видео подготовлено онлайн-гдз.нет. Задание номер 18-16. Представьте в виде степени дробь А. 3 в восьмой степени, деленное на 5 в восьмой степени. Это дробь 3 пятых в восьмой степени. Б. М в кубе, деленное на 8. М в кубе у нас так остается, а 8 это третья степень от 2. Таким образом, это будет дробь М в знаменателе двойка и в кубе. В. 7 в девятой степени, деленное на 11 в девятой, это 7 одиннадцатых в девятой степени. Г. C в четвертой, деленное на 16, это C в четвертой степени. 16 это 2 в четвертой степени. Таким образом, мы получили дробь в числителе, которая C в знаменателе 2. И она возведена в четвертую степень. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.